Площадь искусств в Туле должна стать центром притяжения. Это рабочее название проекта культурно-туристического центра. Его презентация прошла в рамках работы экспертной группы «Новый облик городских пространств». Площадь искусств находится между Центральным парком и проспектом Ленина. Предлагается создать там площадку для массовых мероприятий, для удобства и безопасности, построить подземный переход через улицу Фридриха Энгельса, а на самой площади построить свето-музыкальный фонтан. Тула должна стать туристическим хабом для всего региона, говорят эксперты. Чтобы в город приезжали и оставались, нужны гостиницы, развитая система общественного питания. Но главное, городское пространство должно жить, говорят эксперты. Среди предложений – открытые кинотеатры, танцевальные площадки, поэтические чтения. Одной из площадок для таких мероприятий может стать Пушкинский сквер, но для начала его нужно привести в порядок. Фонари, да, они должны выполнять какую-то функцию, как бы адаптированную под исторический стиль, но при этом у нас есть вот эти вот прожекторы, которые совершенно не вписываются и, опять же, портят все впечатление. Совмещать разные стили – это некрасиво. Далее, если мы посмотрим, опять же, как какие-то прожектора, они приделаны к деревьям, но они опять приделаны очень аляписто, это бросается в глаза, это портит эстетические впечатления. Напомним, принять участие в формировании программ развития региона может любой желающий. Сделать это можно на сайте 71tulregion.ru.